Эх, настало время разгуляться, позабыть про давнюю печаль, резолюцию, декларацию, жаль. Послужи-ка нам, красавица, что, не нравится? Приласкаем, мимо не пройдем, можно и прикладом, можно и штыком. Да завоем во мгле от этой отвольной воли. О нашей родимой земле миром Господу помолимся, о наших полях пустых и холодных, о наших безлюбых сердцах, о тех, что молиться не могут, о тех, что давят малых ребят, о тех, что поют невеселые песенки, о тех, что ходят с ножами и с колями, о тех, что брешут языками пёсьями. Миром Господу помолимся. Илья Эренбург. Молитва России. Максимилиан Волошин. Коктебель, 15 октября 1918 года. Все стихи Эренбурга построены вокруг двух идей, еще недавно столь захватанных, испошленных, искомпрометированных, что вся русская интеллигенция сторонилась от них. Это идея Родины и идея Церкви. Только теперь, в пафосе национальной гибели, началось их очищение. И ни у кого эти воскресающие слова не сказались такой силой, как у Эренбурга. Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубиной гибели Родины, как этот еврей, которого старая Россия объявила политическим преступником, едва ему минуло 15 лет, который 10 лет провел среди духовного распада русской эмиграции. Никто из русских не почувствовал с такой полнотой идеи церкви, как этот иудей, отошедший от иудейства, много бродивший около католицизма и не связавший себя с православием. Да, очевидно, надо было быть совершенно лишенным Родины и Церкви, чтобы дать этим идеям в минуту гибели ту силу тоски и чувства, которых не нашлось у поэтов, пресыщенных ими. Детям скажете, когда с полей Галиции, зализывая язвы, она бежала еще живая, мы могли, как прежде, грустить и веселиться. Мы праздновали, что где-то под Санем теперь не валяемся. Зубы чужеземные рвали родимую плоть. А все мы крохи подбирали, как псы лизали кровь. Срывали с нее рубище, хлестали плетьми, кусали тощие груди, которые не могли кормить. Детям скажете, к весне она хотела привстать. Мы кричали: «Пляши, эй, Дунька!» Это мы нарядили болящую мать в красное трико площадной плесуни. Лето пришло. Она стонала. Рукой не могла шевельнуть. Мы били ее. Кто мужицким кнутом, кто палочкой. Ну, смейся. Веселенькой будь. Ты первая в мире. Ух, упирается дохлая. Живей на канат и пляши в нашем цирке. Все тебе хлопают. Детям скажете, мы жили до и после. Ее на месте лобном еще живой мы видали. Скажете, осенью 1917 года мы ее распяли. Илья Эренбург. Судный день. Молитва о России. Мать моя дорожила многими традициями. Она выросла в религиозной семье, где боялись и того Бога, которого нельзя было называть по имени, и тех богов, которым следовало приносить обильные приношения, чтобы они не требовали кровавых жертв. Она никогда не забывала и о судном дне на небе, и о погромах на земле. Помню рассказы о Кишиневском погроме. Я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые, что все порядочные люди против самодержавия, что Толстой, Чехов, Короленко возмущены. Слово «еврей» я воспринимал по-особому. Я принадлежу к тем, кого положено обижать. Это казалось мне несправедливым, но в то же время естественным. Отец, будучи неверующим, порицал евреев,
которые для облегчения своей участи принимали православие. И я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения. Дядя Лёва говорил, что Христос был евреем. Няня Вера рассказывала, что Христос учил: когда тебя бьют по одной щеке, подставляй другую. Но мне это было не по душе. На болоте стоит Москва, терпит. Приобщиться хочет лютой смерти. Надо как в чистый четверг выстоять. Уж кричат петухи голосистые. Желтый снег отмочил лошадиной. Вкруг костров тяжело и дымно. От церкви идет темный гуд. Бабы все ждут и ждут. Крестился палач, пил водку. Управился, кончил работу. Да за волосы как схватит пугача. Но пугачья кровь горяча. Задымился снег под тяжелой кровью. Начал парень чихать, сквернословить. Уж пойдем, пойдем, твою мать, по пугачьей крови плясать. Посадили голову на кол высокий. Тело раскидали, и лежит оно в болоте. И стоит Москва. Над Москвой пугачья голова. Прорастут, прорастут твои рваные рученьки. И покроется земля злаками горючими. И начнет народ трясти и слабить. И потонут дедушки в темной хляби. И пойдут парни семечки грызть, тешиться. И станет тесно, как в лесу от повешенных. И кого за шею, а кого за ноги. И разверзнется Москва смрадными ямами. И начнут лечить народ скверной мазью. И будут бабушки на колокольне лазить. И мужья пойдут в церковь брюхатые. И родят, и помрут от пакости. И от нашей Родины останется икра рачья, да на высоком колу голова пугачья. Шел бурный пятый год. Богословская аудитория университета превратилась в зал для митингов. Пели «Марсельезу» и «Варшавянку». Курсистки раздавали прокламации. По рукам ходили огромные шапки «Жертвуйте на вооружение». Я часто туда убегал. Я шел по Маховой. Студенческие фуражки вдруг закружились, как осенние листья. Все бросились во двор университета и начали готовиться к защите крепости. Нас разбили на десятки. Мы таскали камни наверх. Если враг прорвется, мы забросаем его камнями. Развели костры. Жевали бутерброды с колбасой и до утра пели. Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою. Мне тогда еще не было 15. Легко понять, что бодрости я не терял. Помню казака с серьгой в ухе и с нагайкой. Помню декабрь. Впервые я увидел кровь на снегу. Никогда не забуду Рождества. Тяжелой, страшной тишины после песен и выстрелов. Чернели развалины Пресни. Сапоги семеновцев щемили снег, и он жалобно скрипел под ними. Я думал, нужно найти подпольную организацию. Главные бои впереди. Я хотел стать не Лермонтовым, а демоном и кружить над хамовниками. Называл себя духом изгнания, разумеется, не понимая, что это значит. Я прочитал «Преступление и наказание». Судьба Сони меня мучила. Нужно все перевернуть, решительно все. Я тогда не слыхал об Экклезиасте, но мне смертельно хотелось расшвырять побольше камней. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Его отец был директором хамовнического пивоваренного завода. Рабочие спали в душных полутемных казармах, на нарах, покрытые тулупами. Они пили кислое испорченное пиво, иногда играли в карты, сквернословили. Я писал под диктовку рабочих письма в деревню про харчи, болезни, про свадьбы, похороны. Я видел жизнь нищую, темную, страшную. И меня потрясала несовместимость двух миров – вонючих казарм и нашей гостиной, где умные люди говорили о колоратуре. Господи, пьяна, обнажена, вот твоя великая страна. Захотела с тоски повеселиться, загуляла, упала в грязи и лежит. Говорят, не жалиться, как же нам жить? Видишь, плачут горькие очи,
твоей усталой рабы. Только рубашка в клочьях да румянец темной гульбы. И поет, и хохочет, и стонет. Только своей ее не зови. Видишь смуглые церковные ладони в крови. О нашей великой стране миром Господу помолимся. Илья Эренбург. 1906 определил мою судьбу. В этот год я вошел в большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией. Выбор был сделан. К великому ужасу мамы ко мне приходил студент-боевик и показывал мне и моим товарищам, как нужно обращаться с револьвером. Мне дали печать. Все, что осталось после очередного провала. И поручили наладить связи с солдатами, создать организацию в казармах. Я был восхищен трудностью и ответственностью этого задания. Казалось, я был забронирован своей непримиримостью. Но нет. Искусство забиралось и в мое подполье. Ночами читал Гамсуна, ругал себя за слабость, но восхищался. Чувствовал, что есть другой мир. Природа, образы, звуки, цвета. Чехов меня потрясал и тогда непонятной мне, но бесспорной правдой. Я шептал: «Мисюсь, где ты?» Я был влюблен в даму с собачкой. Влюблялся я часто, и мне очень хотелось счастья. Но я посвящал все силы, все время другому. Илья Эренбург. Пришли за мной в 2 часа ночи. Я крепко спал и проснулся от голосов околоточного, шпиков, понятых. Я ничего не успел уничтожить. Обыск продолжался до утра. Мать плакала, и по квартире в ужасе носилась тетка. Помню, меня успокаивала, даже радовала мысль. Как хорошо, что 2 недели назад мне исполнилось 17 лет. Значит, никто не посмеет усомниться в моей полной ответственности. В большой камере на нарах лежало множество людей. Нельзя было повернуться без того, чтобы не разбудить соседа. Все спорили, кричали, пели «Славное море, священный Байкал». Смотритель был пьяницей. Он любил деньги, коньяк, шоколадные конфеты. Любил также общество интеллигентных людей. Говорил: «Вы политики умницы». Разрешение на свидание он не признавал. Нужно было положить в бумагу 3 рубля. Иногда, изрядно выпив, он приходил в камеру, улыбаясь, слушал споры и приговаривал: «Вот вы ругаетесь, а я вас всех люблю. Эсеров, меньшевиков, большевиков. Люди вы умные. А что с Россией будет, это одному Господу Богу известно». Я просидел в тюрьме всего 5 месяцев. Но я был мальчишкой, и мне казалось, что я сижу годы. Часы в заключении другие. И дни могут быть необыкновенно длинными. Иногда становилось очень тоскливо, особенно под вечер, когда доносились шумы улицы. Но я старался совладать с собой. Тюрьма в моем представлении была экзаменом на аттестат зрелости. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Я попробовал перестукиваться, но никто не ответил. На прогулку меня не пускали. Воняло парашем. Начал читать вслух стихи, надзиратель пригрозил, что посадит меня в карцер. Я потребовал бумагу и написал в жандармское управление: «Илья Эренбург не хочет дольше сидеть за решеткой. Прошу немедленно освободить меня. Если же меня хотят заморить или свести с ума до суда, то пусть мне заявят об этом». Тюремный врач нашел, что я болен острой формой неврастении. Шли они с гробами раскрытыми, с красными флагами, с красными цветами. Слышно было, баба всхлипывала: «Ваня, как же ты, Ванечка?» Шли и пели о победе страшной, и кому-то грозили штыки. А баба все спрашивала, допрашивала, завывая от смертной тоски. Но в ответ звенела лишь чужая песня: на гробах, на цветах, на флагах кровь. Точно все забыли, что воскреснет жалкая разодранная плоть, что не только для благих и зрячих, для слепцов, чья доля темнота. В этот час раскрыты будут настежь
вольные Христовы ворота. Илья Эренбург. Похороны. Я начал думать о жизни, о тех больших и не вполне ясных вопросах, о которых не успел задуматься на воле. Трудно было спорить о статье Плеханова и мечтать о счастье одновременно. Я очень рано увидел маленький макет того душевного мира, в котором прожил потом добрых 50 лет. На дворе еще стоял, если не по календарю, то по быту, 19 век, с клятвами Герцена и Огарева, с «Чайкой», со стихами Надсона. А я, между явками и романами Гамсуна, уже предчувствовал климат иной эпохи. Октябрь всех покрыл своим туманом. И когда на Невском Шут скомандовал «направо», и толпа разлилась по Дворцовой площади, слышно было, кто-то взывал среди ночи: «Савл! Савл!» Еще многие руки, пусть слабые, сжимали невидимый ларь, где хранилась честь российской державы. «Чего зря болтать? Ставь пулеметы! Жарь!» В Зимнем дворце, среди пошлой мебели, среди царских портретов в чехлах, пока вожди еще бредили, в последний час бедные куцы и девушки в огромных шинелях, когда все предали, умереть за нее хотели, за Россию. Кричала толпа: «Распни ее!» Уж матросы взбегали по лестницам: «Сучьи дети, всех перебьем! Ишь, бабы, эко нечисть заводится!» Они перед смертью еще слышали колыхание победных знамен ныне усопшей родины. «Ей, тащи девку! Разложим бедненькую! На всех хватит! Черт с тобой! Это будет последний и решительный бой!» Пушки гремели, свистели пули, добивали раненых, сжигали строения. Потом все стихло. Прости, Господи. Только краснело на заплеванных улицах среди окурков и семечек русская кровь. Илья Эренбург. Молитва о России. С вещами. Я подумал, меня переводят в новую тюрьму. Но мне показали бумагу, распишитесь. Я должен был немедленно покинуть Москву и выехать в Киев. Выйдя из ворот, я остолбенел. Извозчики, парень с гармошкой, лоток, молочная Чичкина, булочная Севастьянова, девушки, собаки. Можно пойти прямо, а можно свернуть направо или налево. Вот тогда-то я понял, что такое свобода. Понял на всю жизнь. Из Киева меня скоро выслали. И заодно почему-то запретили проживать в Киевской, Волынской и Каменец-Подольской губерниях. Без прописки каждую ночь приходилось ночевать на новом месте. Как-то я пришел вечером по указанному адресу, звонил, стучался, ну, напрасно. Может, я неверно записал адрес, не знаю. Я шагал по бульвару, было холодно, падал мокрый снег. Навстречу молоденькая девушка, на ней были летние туфли. «Пойдем?» Я отказался. Час спустя мы снова встретились. Она поняла, что у меня нет ночлега, и отвела к себе в теплую комнату, отогреешься. А сама пошла на бульвар искать клиента. В Москве ждали те же трудности. Домой я не мог пойти, я не знал, где приютиться. Один мой товарищ по гимназии, увидев меня, чрезвычайно испугался. Стал говорить, что он сдает экзамены, что я могу погубить его жизнь. Предлагал деньги и выталкивал в переднюю. Ночевал я у одной акушерки. Она так боялась, что не могла уснуть, да и мне не дала. Все время ей казалось, что кто-то идет по лестнице. Она плакала и жадно глотала капли. Илья Эренбург. Вскоре ночевать и вовсе стало негде. Я направился в жандармское управление и заявил, что предпочитаю тюрьму гласному надзору. Полковник долго смеялся, а потом сказал: «Ваш батюшка подал заявление о том, чтобы вам разрешили кратковременный выезд за границу для лечения». Уезжать за границу мне не хотелось. Все, чем я жил, было в России. Я разыскал одного из товарищей, и он сказал: «Поезжайте. Нужно пополнить политическое образование. Ленин теперь в Париже». Я решил пробыть в Париже год, а потом нелегально вернуться.
Мать плакала. В Париже много соблазнов, роковых женщин. Там мальчик может свихнуться. У него и правда начался кризис. Ленин принял его радушно, звал Ильей Лохматым. Но, глядя на большевиков, на их споры, нетерпимость, замкнутую какую-то сектантскую атмосферу, он вскоре потерял к ним интерес и отошел. Он окунается в жизнь богемы, посещает кафе «Ротонда», там Модильяни, Пикассо, но там и алкоголь, и наркотики, разговоры только о кубизме. И вот тогда у него начинаются религиозные искания. Он открывает христианскую поэзию Жамма, едет к нему, чтобы переводить, и стать католиком. «Если моя душа и не погибла в Париже, спасибо вам за это, Жам. Еще кружат надо мной метели темными стаями. Еще душа не смеет назвать того, к кому обращается. Но вы, нашедший для своей мольбы восторг непересохшего ручья, молясь за всех, немного помолитесь за то, чтоб мог молиться я. Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек». Эти строчки из беседы Христа и Самарянки станут эпиграфом к его молитве о России. Книги, как скажет Волошин, где земная жизнь есть ад, человеческие страсти – его пламена, а разрешение обид земных совершается в сердце Христовом, которое есть Церковь. О всех могилах миром Господу помолимся, о тех, что с крестами, о тех, на которых ни креста, ни камня, о камнях на месте, где стояли церкви наши, о погасших лампадах, о замолкших колокольнях, о запустении, ныне наставшем, миром Господу помолимся. Господи, прости, помилуй нас, не оставь ее в последний час, все изведав и все потеряв, да уйдет она от смуты к Тебе, трижды отринутому, как ушла овца, заблудшая от пахучих трав, на луг родимый. Да отвергнет духа цепи злое и разгульное житье, чтоб с улыбкой тихой встретить иго легкое твое. Да искупит жаркой страдой эти адовые года, чтоб вкусить иную радость, покаяние и труда. Ту, что сбилась на своем таинственном пути, Господи, прости. Да восстанет золотое солнце, церкви белые, главы голубые, Русь богомольная. Илья Эренбург. Молитва России. Я вспомнил сейчас 1949 год, когда некоторые меня называли космополитом. Эренбургу пора понять, что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны. В Париже, когда приходилось тяжело, я действительно покупал горячие каштаны. Стоили они всего 2 су, согревали изябшие руки и обманчиво насыщали. Я ел каштаны и думал о России, не о ее калачах. Годы и годы я ходил оборванный и голодный по улицам Парижа, шел и шевелил губами, сочинял стихи. Стихи стали моей жизнью. Он вернулся летом 17-го года. Октября не принял и издал сборник «Молитву о России», которую сумел оценить едва ли не один Волошин. Еврей не имеет права писать такие стихи. Пришлось мне слышать однажды восклицание по поводу поэмы Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии, пишет Максимилиан Александрович. Да, он не имел никакого права писать такие стихи, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотою права. Вы еще думаете? Нет. Сердце, ты еще бьешься? Нет. Все думы, все биение, весь трепет в себя вместила одна за всех. Я – церковь. Ни моих, ни твоих, ни ихних, ни очкастого из цирка, но все мы, а толком сказать не умею. Только пусто в моем сердце. И стоит оно любовью доверху полное. Милые, пейте. Илья Эренбург. Молитва России.